Всем привет, на связи Алексей. Как вы знаете, Национальный банк уже начал подготовку и чеканку монет 1 и 2 гривны. Уже 27 апреля они будут в обороте, введены в оборот. Анонсировано, какое количество монет будет напечатано в этом году. 140 миллионов номиналом 1 гривна, 145 миллионов номиналом 2 гривны. Как я говорил в прошлых видео, что это монеты не для нумизматов, а просто для оборота, так что они у вас однозначно появятся, и я думаю, успеют и надоесть. Так что по поводу появления этих денег не переживайте. А в этом ролике я покажу вам юбилейные 20 гривен, очень красивые, и посмотрим, как на них реагируют обычные люди. Нет, я не знаю такого, у меня такого никогда не было. Дайте что-то другое. Переживаю. Давайте поменяем на такое. Саныч, у нас уже ходят такие купюры. У меня такая дома лежит от золота. А в конце видео я сделаю розыгрыш, и победитель получит вот такую вот банкноту. Если интересно, продолжайте смотреть. Зняти гриф секретности с банкноты. И я вам показываю нерозрезанный аркуш. Показываю разрезанные банкноты лицевую и тильную сторону. І введення в обіг пам'ятної банкноти номінальною вартістю 20 гривень, присвяченої 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Каменяра Франка Івана Яковича. Те, що стосується банкнот, ми не є такі, скажімо, продвинуті. І тільки в 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення Національного банку України тиражем 1000 штук була випущена пам'ятна банкнота номінальною вартістю 50 гривень. Хоча загалом в світі такий вид продукції, як пам'ятні банкноти, присвячені знаковим подіям в історії і культурі країни, є досить популярною справою, то в нас це не було дуже поширено. Правда, такі банкноти, можна сказати, випускаються в Польщі, в Білорусі, в Казахстані, в багатьох інших країнах. Ми вирішили виправити цю ситуацію. Тут використані всі сучасні захисні елементи, які використовуються на банкнотах високого номіналу. І ми хотіли показати всі можливості нашого банкнотно-монетного двору, і я вже говорив, з використанням і національного матеріалу льону, який додавлений сюди, банкнота значно міцніша, ніж попередня банкнота, плюс захисні елементи, які використані в цій банкноті, і візуальні елементи спарк, які також на цій банкноті присутні. Розмір пам'ятної банкноти співпадає з розміром банкноти номіналом 20 гривень зразка 2013 року. Ну що, друзі, ми познайомилися з цією банкнотою, давайте перейдемо вже в магазини. Посмотрим, як продавці реагують на цю купюру. 20 гривень. Це нова якась купюра? Ну, 2016 року. Нет, я не знаю такого, у меня такого никогда не было. Дайте что-то другое. Извините, но у меня такой не было. Извините, но не было. А что я ее не видела до сих пор? Можно еще раз посмотреть? Так а что, это недавно только вышло или у вас... Ну, юбилейные. Видите, там день рождения Франка. Я понимаю, но извините, я не могу. Новая 20-ка, я еще таких не видела. Красивая. Вообще первый раз у нас вижу. Вы рисовали, наверное? Нарисовал. Ну ладно, я не потеряю ничего. Даже не потерять? Если нарисовали. Нравится их дизайн? Красиво? Конечно. Сейчас всем покажу. Всем покажете? Да. Красиво. Взяли новую 20-ку. Секрет. У меня такая дома лежит от золота. Мне аж интересно просто. Где? А вы где взяли? А мне дали. Ну вот видите, я тоже дала. Мне тоже дали. Скажите, хорошо они. Капец. Да. Ну, смотрите, какая красота. Светится? Да, я вижу, что светится. Новые. Я на свежак. Подойдет? Да, видите, какая красивая. Такой. Таких, думаю, мало. Их мало, наверное. Я еще просто не напечатала. Светится, че не? Нет, светится.
А, ну. Кому-то на сдачу приятно будет получить. Наша новая двадцатка? Да какая-то, да. Не знаю, как. Не знаю. Как хотите? Могу менять. Не, ну я возьму. Не видели? Нет. Вы видели? Теперь видели, да? Конечно, видел. Если вы переживаете, я могу поменять. Я переживаю. Давайте поменяем тогда. На, вот на такую. Давайте я поменяю. Давайте. Я не знаю, правда. Я не знаю. Мне не показывают. Потом не возьмут, да. Мне не показывали. Я не знаю. Хорошо. Ой. Ничего. Напечатаете? Да, я. А такие что не приносят вам? Да я вообще первый раз такие. Я даже не знала, что они есть. Юбилейненько. Спасибо. Что это такое? Тут вроде как двадцатка. Первый раз в жизни вижу такую двадцатку. Ну красивая. Саныч, у нас уже ходят такие купюры. Мне просто принесли, и я первый раз в жизни вижу. Нет. А двадцатка? Двадцатка новая. Я тоже такой не видел. Я просто тоже не знаю, что есть новое. Надо будет нарисовать. Ну, могу поменять, если хотите. Могу так, как вам удобнее. Так подарить? Да. Ну, я возьму. Подарить? Да. Возьмете? Да. Хорошо. Ну что, человек зря рисовал. Светится, она вроде нормально. Светится хорошо? Ты видела, мужик? Ну, мне кажется, светится она даже лучше, чем обычная. Мужик, похоже, я не знаю. Все, спасибо. Все. Сегодня. Ну, вроде то, что надо. Все. Будет о чем целый день. Спасибо. До свидания. Ну, да. Друзья, обещала сказать про конкурс. Смысл конкурса такой. Нужно поставить лайк этому видео, написать любой комментарий и быть подписчиком канала. Как только на моем канале наберется 10 тысяч подписчиков, я разыграю вот такую вот банкноту и монету 10 гривен и отправлю бесплатно победителю. Так что не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока!